Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 33-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я вам хочу показать небольшие трюки с меню. Первый трюк, смотрите, вот, например, вы только создали сайт, установили Gridbox, все на чистую, да, и изначально у нас всегда будет виден меню главное. А у нас, например, цель лендинга такова: сделать одну страницу без навигации, без меню. Сзади, например, будет красивая заливка видеофон или просто картиночка, а в середине будет какая-нибудь там форма подписки и какой-то текст. Меню нам нужно убрать, оно нам мешает. Просто так его здесь не скрыть, вот этот пункт меню главное. Я сейчас покажу небольшой код, как можно скрыть пункт меню главное. Данный код, чтобы от руки не писать, файлик я приложу, ссылочка под этим видео. Открываем этот файлик, и вот самый первый у нас вот этот код, он как раз таки будет скрывать меню. Мы его копируем. В режиме редактирования переходим в меню. Custom CSS. Open Editor кликаем. И здесь вставляем код. Save. Дальше мы копируем вот этот вот параметр. Вот этот вот код. Это нужно будет прописать в админке. Заходим в админку. Заходим в главное. И заходим параметры ссылки. И вот где CSS класс ссылки, мы проставляем вот эту вот переменную. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляем страницу, наше меню скрывается. А второй момент. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Если у нас есть большое меню, например, третьего уровня. Вот видите, у меня по умолчанию менюшка заходит направо. Что сделать, чтобы у нас меню уходило налево? Давайте я вам это покажу. Тоже это очень просто и быстро делается. Переходим в режим редактирования. В этом же текстовом документе вы копируете вот этот вот код. Этот код как раз таки позволяет разворачиваться меню налево. Копируем его. Также заходим в меню. Custom CSS. Open Editor. Если у вас какой-то код уже здесь есть, вы просто отступаете и прописываете данный код здесь. И нажимаем Save. Обновляем страницу и смотрим на меню. Наводим мышь, и вы видите, наше меню выводится теперь налево, третьего уровня. Вот такой вот небольшой урок. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.